Ты должен показать заднюю подножку. Понимаешь? Чтобы человек среагировал туда, куда ты хочешь бросить. Сюда хочешь бросить. Да. Ха! Да? В следующий раз, когда ты борешься, и ты только показываешь, имеешь у меня уже захват, уже точно не пойдет. Уже бросок этот. Вот так вот, да. Когда ты уже, ха, ты уже не делаешь сюда, то есть ты хочешь вот сюда залезть, вот сюда, раз, и оп, и уже пойдешь. Понимаешь? Туда ты показал. Ты уже смотришь, как он реагирует, он говорит, блин, блин. Раз, надо убрать ногу. Ты раз, второй раз, он раз, убрал ногу. То есть один-два раза надо показать, что ты хочешь туда залезть, не знаю. А уже потом... Ты уже не делаешь сзади, ты чуть-чуть показываешь. Оп, оп, ты уже уходишь вперед. Взрыв! Вот отсюда, да. Жим лежа и 6 раз быстро, 5 раз. А вы делаете 30 раз, блин. Так, сколько бросков уже? 6. Еще 2. Я, значит, ворота открыть. Да. 7. Восемь, иди сюда. Да, там два большой и маленький, да. Давай поступок. Что? Я делал. Что ты делал? Подтяжку делал? Да. Ему? Да. Покажи. Да, там первый все. Покажи. Хорошо. Все, приготовились. А пояс можно? Пожалуйста. Так, здесь я выключаю. Поставьте маркер. Маркер поставьте. Что-что? Все, до свидания. Так, сейчас я вас...